Я сказала Мэри, наверное, у тебя есть ангел-хранитель? Подходящий момент. Никого нет. Можно попробовать сбежать. Василиск, помоги мне. Увеличь мою силу, чтобы я смог сломать решетку. Силовые крылья! Посмотрим, хватит ли у меня сил. Давайте, растягивайтесь. Хорошо, я понял. Нужно попробовать с разбега. Сульфус рискует жизнью, чтобы освободиться и предупредить Раф. Но Кейси Ди Кубрал заставит его клона разбить сердце ангела, которого он так любит. Скажи нам, клон, ты понял наши приказы? Да, хозяйка. Я должен ухаживать за сладкой и заставить ее поцеловать меня. И запомни, этот поцелуй должна увидеть Раф. Да, я понимаю. Но как мне увести сладкую от ее подруг? Не беспокойся, мы об этом позаботимся. Экскурсия всем классом. Уже на следующей неделе. Профессор поведет нас в замок. Этот замок принадлежал Тристольфа VII. И откуда она все знает? Он жил в начале 13 века. Тристольфа был очень загадочным персонажем. Его жизнь полна секретов. Это будет замечательная поездка. Это исторический памятник. Мы узнаем много нового. Да кого это волнует? Меня больше интересуют его секреты. Ну, конечно, секреты. Кто знает, что скрывал герцог Горта? Ах, замки, это так романтично. Может быть, я останусь наедине с Александром? Ах, ну что же я такое говорю? А давайте сходим к профессору Омни и попросим ее рассказать о герцоге Горта. Отличная идея. Вот ведь зубрилки, а? Побежали к профессору. А я побежал в кафе, эти разговоры о замке пробудили мой аппетит. Извини, Гас, но твой желудок подождет. Сульфус, наконец-то! Где ты пропадал? И что ты сделал со своими волосами? А что, не нравится? По-моему, великолепно. Мое седьмое чувство мне что-то подсказывает. Что случилось? Отлично, они ничего не заподозрили. Продолжаю действовать по плану. Обеда не будет, дружок. Нас срочно вызывает профессор. Это и вас касается, летающие тортики. Ты хотел сказать крылатые тортики. А, ну да, крылатые. Ваши подопечные едут на экскурсию, и вам надо их сопровождать. Для защиты. Или для искушения. Без проблем. Поумерь свой энтузиазм, кабалы. До экскурсии нам предстоит выполнить важную задачу. И это явно не доставка пиццы. Пицца! Не надо меня так дразнить!
А что это за задача? Экскурсии приводят смертных в восторженное состояние. Отличный момент, чтобы побудить их на что-то хорошее. Или плохое. То есть нам надо выполнять проецирование? Умница. Причем групповое проецирование. Но как мне тогда остаться наедине со сладкой? Обожаю проецирование. Никаких состязаний. И правила вето не действуют. Однако при проецировании действуют другие правила. Вы должны общаться со смертными, чтобы спровоцировать их на нужные вам действия. Итак, если у вас нет вопросов, Кабире, Гас и Кабалы готовятся к проецированию. А Сульфус приступает к занятиям. Остаток дня ты проведешь в интернете. Это касается и тебя, сладкая. Что? Мне тоже надо в интернет? Сладкая и Сульфус опять остаются вместе. Это то, что мне нужно. Если Сульфус останется в школе, с кем я буду бороться за Дэниела? На этот раз его заменит Кабале. Хватит болтать. Сладкая и Сульфус, идите в кабинет. Все остальные приступают к проецированию. Поскорее бы увидеть этот замок. А твоя мама тебя отпустит? Не беспокойся. Если я выиграю конкурс, она разрешит мне все, что угодно. А у тебя есть деньги на эту поездку? Найдутся. У меня есть накопления. У кого ты будешь спрашивать разрешение? У мамы номер один? Или папы номер три? Лучше иметь по три мамы и папы, чем таких друзей, как вы. Кэссиди была права. Они в полном восторге от поездки. Значит, их будет легко подбить на всякие гадости. Это мы еще посмотрим. Мы вас легко одолеем. Да, мы вас слопаем, как тефтельки. Здесь есть только одна тефтелька. Успокойтесь, нам нет смысла ссориться. Правила вето не действуют, никаких состязаний не будет. В кои-то веки я с тобой согласна. Чего же мы ждем? Кокс, запускай превращение! Звуки, слова, фразы, предложения. Звенящий шепот, неясный крик. Они говорят нам то, что слышно и понятно. Хорошо, дьяволы, наша очередь. Носферату, запускай превращение. Трюки, фокусы, обман и ложь. За завтраком, обедом и ужином. Мы вдохновляем смертных на плохие дела. Эй, а можно помедленнее? В таком виде я не могу быстро летать. Твои крылья уменьшились, а живот остался прежним. Давай, Кэтрин скоро будет дома. Вот она. Я пришла, есть тут кто-нибудь? Записка? Наверное, она упала с холодильника. Кейт, мне пришлось срочно уехать. Не могла бы ты приготовить ужин? У нас будет полный дом гостей. Мама. Полный дом гостей? Мне придется готовить как минимум на 12 человек. Никто не заставляет тебя это делать. Оставь записку на полу и притворись, что ты ее не заметила. И оставить всех без ужина? Они всегда могут заказать еду на дом. Пиццу, например. Но если мама попросила тебя приготовить ужин, это надо сделать. Ты же хочешь, чтобы она отпустила тебя на экскурсию? Я должна подумать. И мне надо сделать домашнее задание. Какой хороший парень это Дэниел. Он решил навестить своего отца на работе. Я не знаю этого парня, но уже терпеть его не могу. Пап, как дела? Все хорошо, Дэниел? Как дела в школе? Отлично. Мы едем на экскурсию. И тебе не надо тратить деньги. Я заплачу из своих накоплений. Замечательно. Хотя... сейчас в мастерской очень много работы, и я надеялся, что в этом месяце ты мне поможешь. И поэтому я должен лишаться развлечений? Отличный шанс вдохновить его на доброе дело. Ты должен помочь, ведь он твой отец. И что с того? Дэниел к нему не нанимался.
Посмотри, сколько машин надо отремонтировать. Отец один не справится. Это его проблемы. Почему его сын должен жертвовать своими развлечениями? Дэниел, сейчас ничего решать не надо. Ты, наверное, проголодался. Иди домой и поешь. Меня спас сигнал к обеду. Что же мне делать? Мы с тобой договорились, Сара? Да, мама. Если я выиграю конкурс, ты отпустишь меня на экскурсию. Так вот твой номер. Когда его назовут, ты выйдешь на сцену. Поняла? Поняла. Ой, как я нервничаю. Я не могу. У меня не получится. Хоть кто-то здесь боится больше, чем я. Она права. Этот мальчик просто в панике. Сара могла бы помочь ему успокоиться. Это будет хороший поступок. Это будет очень глупый поступок. Ведь это же ее конкурент. Она не должна ему помогать. Пусть заставит его еще больше нервничать. Нет, она сделает по-моему. Я бы на это не рассчитывала. Это катастрофа! Кошмар! Я опять все перепутала! Мы могли бы помочь друг другу! Почему это я должна доверять дьяволу? Даже дьяволы способны на сочувствие! Ты всегда была добра ко мне! Ты с ума сошел? Прибереги свои фокусы для Кабали и Кабири! А на мне не практикуйся! Ладно, ангел, на этот раз не вышло, но рано или поздно... Проклятие! Эти прутья слишком крепкие! Откуда это взялось? Это я принесла. Решила, что ты проголодался. Да, и скорее всего подсыпала яд в еду. Ничего подобного. Но если ты мне не веришь, можешь все это выкинуть. Не понимаю. Ты упрятала меня за решетку, а теперь приносишь мне еду? Зачем? Затем, чтобы ты помог мне понять... Понять что? Чувство, которое называется любовь. Moment to grow up is there, and so she has to leave.